Мне пришла повестка, а я ее выкинул. Что мне за это будет? Расскажет юрист, призыва нет. Повестка вручается призывнику лично в руки под подпись. Если ты по ней не явился, то за это предусмотрена ответственность в размере от 500 до 3000 рублей по статье 21.5 КоАП. Но если повестка пришла тебе в почтовый ящик и ты ее случайно выбросил, то за это ответственности быть не может, поскольку у военкомата нет доказательств о том, что ты ее действительно видел.